Вот сейчас будет такой духовный кант к вопросу о празднике. Для православного человека праздник только один раз в жизни. И это смерть. Да. Для православного? Для православного человека праздник. И не только для православного, для католика тоже. Почему смерть? Объясняю. Потому что верующий человек, он не умирает после смерти. Да? У него начинается другая жизнь. Загробная называется. Да? И именно поэтому православный священник, когда отпевает усопшего, он не в черной рясе, а в белой. В белой рясе, потому что это праздник. Да, и вот старинный духовный кант на эту тему. Вот скоро настанет мой праздник, последний и первый мой пир. Душа моя горестно взглянет на здешний покинутый мир. Душа моя горестно взглянет на грешный покинутый мир. Умоют меня и причешут заботливой нежной рукой, и новое платье оденут, как будто на праздник большой. И в доме зажгут все лампады, и будут каноны читать. Все будут усердно молиться, на вечную жизнь провожать. По улице шумной толпою все будут идти рыдать. Покрытый парчой золотою я буду в гробе лежать. При громком торжественном пении, при блеске свечей восковых, при тихом прискорбном молчании я встречу друзей и родных. Враги мне поклонятся низко, без страха ко мне подойдут. И в тихом притворном молчании последнее с первой сочтут. Покинул я мир этот мрачный, окутанный весь суетой. Последний я раз оглянулся, блаженство и вечный покой. Это очень старинный кант. Это, наверное, еще 19 век.